Так, друзья, мы начинаем наш присед с разминки в 50 килограмм. Надо было протереть очко. Присед будет на 80. Раз. Два. Три. Четыре. Итак, следующий подход, вернее, первый подход с весом 82,5. Давно я такой вес не приседал. Ну что ж, когда-то надо начинать. И погнали! 82,5. Раз. Два. Три. Четыре. Пятый был с кривой спинкой, да. Yes. Так, друзья мои, второй подход с весом 82,5, опять на 5, второй подход с весом 82,5. И хоп, хоп. Опа. На пределе 82,5. Третий подход с весом 82,5. Третий подход с весом 82,5. Серединка. На половинку. Раз. Два. Три. Четыре. Так, четвертый подход с весом 82,5. Так, пятый подход
тяжелым весом 82,5. Скажу, что он меня пугает, но я еще держусь пока. Страшно тяжелый вес, но тем не менее. Итак, последний подход с весом 82,5. Хороший вес. Внушает легкий трепет и небольшой ужас. Особенно на шестом подходе. Fuck.